Здорово, Виталий Николаевич. Здорово. Как дела? Да. Все отлично. Отлично. Не, очки уже не нужны, зрение восстановилось. Во, видишь, какой гуд. Но я в них уже не вижу нихуя, блин. Я понял тебя. Влад, как твои дела? Да так, помаленьку. Зашел старого пирата навестить. Ну, а то, ну правильно. Этого Владика, наверное, мама вернулась домой. Так бы он дома не был. Наверное, да. Ну что? Виталий Николаевич, сегодня у нас реклама сигарет кубинских. У нас... Сигаретки Упман и Популар. Популар. Или Популар, я не знаю как. Популар. По-испански, наверное, читать надо, они же кубинские. Ну да. Сейчас что, самогончик, это да? Самого... Итак, друзья, сигареты Популар или Популар как, кубинские. Выглядят они мадёво. Если они такие же крепкие, как Портагас или Герос, то это жопа. Этим можно накуриваться очень круто. Вот Владик Насир дал мне зажигалку СССР. О, СССР! Прикурить! Владик, ты зажигалки рекламируешь, да? Давай ее. Блин, нихуя себе. Они крепкие. Да я знаю. Заебись, да? Это ж, блядь, не химия та, которая в магните. Да явно не химия. Мне еще почему-то все время нравились в мягких пачках сигареты. Все время, вот, знаешь, Бонд был в мягких пачках, вот нравился мне почему-то. Эти сигареты Харли Дэвидсон в мягких пачках были. Да, хорошие были сигареты. Охуенные сигареты. Тоже не подъебался, там прям орел этот выбит был, выбит вот здесь прямо был. Да. Ну и тут, конечно, на испанском. А что там? Эль сигаро, да, ну, наверное, сигарный табак написано. Ну да. Сигаро. Эль сигаро. Потому что из сигарного табака они явно. Какой он ядреный, блядь. Ну а вот российские сигареты по крепости есть такие же? Нет. Даже Прима Маршанская не сравнится. Какая? А там не крепость, там просто гадость какая-то, блядь. Ну, понятно. Я, они, вот они, да, они вот чувствуются, что это табак, реально. Табак, они, это, поебень, блядь, собранная там, не пойми где и не пойми кем, блядь. Ну, сигареты Упман, вот тоже вот, такой же категория. Упман. Да, сейчас, по-моему, сигареты Легерос не выпускают. Вот, раньше были, я помню, были Портагас, Легерос, и были еще, они и сейчас есть, правда, но только они испанские и не крепкие. Называются Монте-Кристо. А, да, есть, да, такие. Монте-Кристо, и они были без ниппеля, ну, в смысле, без фильтра. Вот эти Монте-Кристо, они были самые, блядь, пиздецовые. Потому что тут еще в этих Легеросе Портагасе как-то там фильтр немного смягчал, да? А в тех вообще даже фильтра не было, прям просто смолиживает табачину, блядь. Покупайте кубинские сигареты, ссылка в описании.